Вот такая игра. Еще самое интересное, как только им щенятам заклеиваешь ушки, все так рады становятся. Друг другу их снимают. Алексиус, вот так мы их чешем. Вот так мы их чешем. Да. А Юля хитрая. Юле уши не заклеили, можно помучить. Брауни, ты с бантиками, кукла. Кукла настоящая. Алексиус чешет ушеньки, чешет. А ну, не фертите. Покажись нам, чихуашка такая, ты ушастенькая. Не ушастые у нас и папа, и мама с большими красивыми ушками. Хорошо, крепко стоят, поэтому детки очень ушастенькие будут. Это уже видно. И красивые. До солнца. Алексиус. Молочка я им налила. Они молочка попили с кормом. Вот здесь тут такая бубочка сидит. Бубочка сидит. Пойдем. Брауни. Брауни. А от тебя к Златану мы ничего не заклеили. Можно поиграться, но уже не будем. Алексиус, сейчас снимаем наклейки, снимаем. Вот так вот нам не нравится. Вот то есть нормальное поведение щенка. Через 2-3 дня они привыкают и перестают их чесать. А так без конца бегает, бегает. Вон сели, почесали. Брауни. Ну, обычно нужно щенка отвлечь. Да. Я так вот отвлечь. Игрушку кину. Где наши игрушки? Скорее, скорее, скорее. Чичуки. Чичуки мои. Давайте. Вот наши игрушки. У нас тут куча-куча игрушек. Вот так. Раз. И они все счастливы. Хвостиками играют. Вот. Виляют. У нас целая куча игрушек. Погрызушек. Отвлекаем. И тогда щенок отвлекается. Да? Не фертите. Вот так. Опа. Опа. Смотри. Она мне рада, детка, конфетка.